И вновь всем привет, дорогие друзья, вечер Доты продолжается, Dota 2 Champions League, Natus Winsor против Speed Gaming. 1-0, новая версия карты, огромное количество изменений, и я не знаю, что это за сервер, сейчас мы посмотрим пинг, я надеюсь, что все-таки в этот раз Люксембург. Да, так и есть, по системе Bot3 проходит данная встреча, я еще раз напоминаю, счет 1-0, первую карту, Speed Gaming выигрывают, взяв U-Assist, сервер, на котором у хвоста было пинг 360 с хреном. В общем, играть, мягко говоря, сложно, но как-то надо, как-то надо. Сейчас пинг будет хороший, и Na'Vi уже, так сказать, разомнулись, должны показать стронг доту. Комментировать я буду с менеджером команды Natus Winsor, с Эшом, который ворвался посмотреть за этой игрой и любезно согласился со мной покакастить. Какастер. Так, надо ему написать чего-нибудь, чтобы он раздуплился. Так, снова здравствуйте. И снова всем привет, да? Да-да-да, так, а что-то мне говорят, что у меня снова с наушниками все не так. С наушниками? Да-да. Тебя тихо слышно, но... Нет, ну не я не про тихо, а про то, что неправильно. У меня все со звуком, хотя я вроде поставил все как надо. Включить же, правильно, Enable Open Mic? Enable Open Mic, да, он. Ну да, это... Можно тут apply нажать, чтобы заработало. Ну давайте еще раз сделаем. Все-таки в Night Stalker хотят играть. А какой сервер в этот раз? Что-то я не успел посмотреть, или там... Сервер Люксембург, в этот раз все хорошо, пинги под соточку, все норм. Да не, на самом деле, говоришь, сколько бы ни игрались эти лиги физически не могут существовать. Ну, вернее, как они могут существовать, но нормальной игры между Европой, Америкой и Китаем не может получиться в интернете никогда. С этим я с тобой согласен. Ну, блин, тут... Ну, как бы организаторы хотят угодить зрителю, потому что всегда интереснее, когда много команд разнообразных из там, Америки, если бы можно было, еще из Китая побрали. Но... Но это же не игры, получается, а просто вот, ну, мучение для всех. Я согласен. Надо с этим что-то делать. Надо изобрести интернет, который будет позволять играть с американцами с пингом в ноль. Межгалактический. Вот. Вот, мне кажется, хвост после пары таких игр займется изобретением нового интернета, интернет нового поколения. Вот. Или уничтожить лишние части. Ну, есть такой вариант тоже. Более кровопролитный. Так, Элдер Титаны тролля себе забирают Speed Gaming, Батрайдера вместе с Night Stalker'ом у Natus Winsor. Вот так вот. Но как-то пока вроде бы все. Хотя, какая разница, дефолт, не дефолт, но тут вообще фиг пойми. Но по первой доте, ну, в смысле, по той доте, которая была, в принципе, вроде смотришь так, и ничего сверх жесткого такого. Прям Батрайдер, Элдер Титан был, ну, тролль тоже был. Синеглазый, точнее, синекожевый. Валанара выдает то, что он не из этой... Не из этой позиции. Ну, вообще, да, Night Stalker, он не очень вписывается в... Вот у них все теплые такие цвета, а он какой-то холодный, опасный и ужасный. Ну и раньше его не было, кстати, не было вообще. Ну, в принципе, да. Ну, его брали, как их, ребятки из Альянс. Да, есть. Нет, такие, ну, дотеры. Его брали иногда. Ну, редко, он, да. Он, да, так, да, так сказать, входил в ситуационные всякие разные пики. Потому что, в принципе-то, герой неплохой. То есть, если нужен герой, который создает экшен. Но его, так, опять-таки, если мы вспомним, Альянсы берут, брали все время, сколько раз брали на последний пик. Ну, это да, патч очень сильно повлиял на пик Night Stalker'а. Или в последние два пика. Пупей задумался над тем, что банить и как играть вообще. Так, а забанили они Лича? Этот противный герой явно сейчас должен баниться во всех играх. Банится еще Clockwork, Visage и Weaver. Так, я надеюсь, ребят, со стримом все нормально. У меня какие-то мерцания периодически вылетают. Что за хрень? Фурион. Я посмотрю сам свой стрим. Ага, Фурыч. А Фурычу там вроде ж ничего не меняли. Вроде бы ничего. Ну, ему конкретно ничего не меняли, но всю игру, которую он делал, поменяли кардинально, потому что там стал Лотар намного дольше по кулдауну.
Юза стайл лес намного слабее и дешевле. Байбек. В байбеке смысла нету. Ну, не то, что смысла нету, а после байбека надо только кого-то убивать. Потому что там, по-моему, сделали, что после байбека золото, которое обыкновенное, тебе не идет, а всякие бонусные, типа за убийство мобов. Ну, не мобов, а героев. Да, да. Оно идет. Поэтому плюс тут ты такая... еще потом воскрешаешься дольше на 20% там. Ну, то есть байбек и больше не умираешь. Ты вот такая вот у тебя теперь позиция. Найтсталкер. Ну это хорошо, Найтсталкер, то что станет часто пикаемым, это круто. Вот мне только интересно, в прошлый раз они почему-то решили вот две даблы поставить, что сейчас будет. Тоже так сделают? Я, кстати, мне кажется, через некоторое время-то перестанут баланары, то есть, ну, непонятно как на... И тут два варианта развития, как мне кажется, событий, то есть либо пойдет эра агрессивной доты, прям такой, потому что... Если вспомнить предыдущее развитие, то вроде как началась сначала агрессивная дота, пуши и так далее, а потом это все научились контрить очень легко. И получили всякие драгонайты, всякие там котлы, которые просто тупо не дают тебе этот экшен развернуть. А потом на X выфармливает, и начинается уже такая лейт-игра, где один-два героя всех грызут. Вот и тут точно так же, мне кажется, сейчас этот Найтсталкер будет летать какое-то время. А потом непонятно. Так. Пик залетает Коттель. Коттель, give me mana. Ну, на самом деле, так-то не очень понятно пока. Может, они хотят, не знаю, какого-то Фантом Лансера взять еще? Нет, я имею в виду, что... Нет, кого-то брать они, это их-то тут не важно, тут любой герой будет. Вообще просто непонятна особая задумка спидгеймингов мне пока. ХМ-контроль, Элдер Титан. Ну, вроде как, герои вроде как сильные все. Но в то же время, в пяти вот пока драки, допустим, там нету какой-то, что типа только Титан идет и тролль бьет. Это да. Цеплять пока нечем. Но еще два героя есть. Еще один саппорт какой-то сейчас будет. И Титан тоже может быть и медовый, на самом деле, и хардлайневый, и суппортищик, какой угодно. Это да. То есть, если, допустим, у нас был бы этот Титан, то это, наверное, был бы точно суппортищий Титан. Ну вообще он полезен как суппорт, только с одним минусом, что ему надо большой-большой левел быстро как-то получить. Ну не большой, а там девятый. Да, восьмой-девятый хотя бы. А вот иметь. И алхимик. Поправленный в очередной раз. С регенерацией 50, ну, 75, 100. Ну вот опять-таки, по поводу алхимика и его регенерации. То есть если сравнивать шестой левел алхимика, то бафнули его просто сказочно. То есть, что такое 250 хп на шестом левеле, это, конечно, нормально, но регенерация 15 или 50 на шестом левеле, это очень много, потому что 60 это плюшка такая хорошая от какого-то героя, да? Ну, mm-hmm. половину, то есть, за то время, что она летит, к примеру. Он себе отрегенит. Иногда и в два раза больше. Вот, а если брать 16 левел, то у него там была регенерация 60, а стало 100. Ну... Вроде как и немного, а 800 хп это все-таки 800 хп. То есть тут как бы мы тоже с Дредом, по-моему, это обсуждали там и с его конфой. То есть надо чуть по-другому собирать уже алхимика, ему нужно еще немножко, так сказать. Потому что он, если вспомнить, он там с лотаром, к примеру, рассыпается за секунду. Раньше рассыпался, то есть если не было там чего-то на жир, он рассыпался. А сейчас будет рассыпаться еще быстрее, как получается. Что-то на жир надо будет покупать, значит. Да, да. То есть, а если покупать что-то на жир, это откладывает вот этот вот момент, когда он выбегает и бум-бум-бум-бум-бум, и ты исчез с карты. Потому что, в принципе, это алхимик очень такая была интересная игра. Ну, в общем, изначально на первом левеле ульт лучше, но на последнем левеле хуже. И так-то, если рассуждать, то получается, что как раз-таки у него будет время к 16 левелу приобрести какие-то там шмоточки, когда уже все больно бьют, и когда уже будет заметно то, что ульта там это хп не дает. То есть такая штука. Вот интересные лайнапы, на самом деле, их можно же расставить все, вообще все как угодно. То есть может и Бэтрайдер Хард пойти, а Никс на мид. То есть если бы, допустим, это были ДК, где есть муши, я бы вообще сказал, что Никс пойдет на мид. Ага, Last Pick Enigma. Жесть, конечно, пики. Ну, непонятно. Слушай, а там Enigma-то случайно за то, что делает идолонов из своих крипов, экспу не стал получать? По той же логике. За то, что спел кастует, просто экспу получает, да?
Не, ну, блин, у него, кстати, с Аганимом теперь ульта автоматически активирует третью обилку, то есть она с ней сразу кастится. А если ты еще и третью заюзаешь, то они стакаются вместе. Вот такая вот штука. Нет, это да, это бафнули Энигму королевски. Мне, кстати, вот еще чего интересно, что сейчас, вот как показала прошлая игра, ну, там достаточно была такая доминация хорошая, в принципе, от Speedgaming, но Визаж там в какой-то момент вышел с Аганимом очень ранним. И мне кажется, это именно потому, что хотя там по вышкам и так далее был размен не особо большой, и тогда еще по фрагам был не сильный разброс. Но вот эта вот голда в секунду, которая капает лишняя, ну, не в одну секунду, а по чуть-чуть капает лишняя голда каждый раз, она дает о себе знать, и суппорты сейчас намного быстрее становятся жирнее. Это да. Ну просто какой-нибудь, тот там визаж с этим аганимом, он расстрелял Куроку за ульт сильнее, чем Куроку сгрыз там ультом. Так, ну что, посмотрим, кто тут на ком Воткнул. играет. Eternal Envy, значит, на Алхимике Пиледи Crystal Maiden, на Elder Titan Bond 7. Хардлайнер получается. Ауи 2000 Enigma. Он, кстати, любитель пошпилить на Enigma. Прям так плотненько пофармить. И Sing Sing Тролль. Ната Свинсера. Пупей. Котал. Фаник. Фурион. Куроку. Никс Ассасин. Хвост. Найтсталкер. И Тенди на Батрайдере. Ну, Энигма это в лесу, как бы Энигма это самый быстрый фармящий герой лес. То есть быстрее Энигмы, ну, никто, мне кажется, не может его фармить. Да, ну так, скажем, один из топовых. Там топ-2, топ-3 можно. Дарксир, Бэтрайдер, Энигма. Вот они прям такие. Курьеры можно апнуть только через 4 минуты. Да, это тоже довольно неприятная штука для мидеров. То, что вот А что теперь. интересно, ну да, ботл абуза нету, это достаточно интересно. В этом как раз таки я говорю, что я не удивлюсь, если какие-нибудь вайперы появятся на миде, потому что ну очень сильно можно загнобить. Посмотри на Даню. Идеальный просто закуп у него. Просто три таких тангуса. Все чужие тангусы. Тут надкусил, там надкусил. Ну. На самом деле, это получается такой очень, очень приятный баф суппортов, потому что ты отдаешь два танго, и ты остаешься с чем-то. Если ты раньше покупал танго, вот, ну я по себе даже знаю, ты покупаешь курицу в орды и кого-то пулишь, и очень часто, и можно было заметить по Пупею там, и в своих играх я видел, ты бежишь на лайн просто с ни с чем, с баночкой маны. Так, сюда пришел Пупей и сразу такой просто спаманул иллюминейтом. Для чего он это сделал, немного непонятно. Хвост с ДД, и вроде как он бы сейчас мог всех репозлов схитить. Ну да ладно. Ну, опять Такое. даблы, опять даблы. Да, опять дабл лайны, это. А Никс ползает где только может, гоняет Энигму, которая пошла в чужой лес. Ну, будет портить жизнь пару моноберов, троллю закинуть лишним не будет. Вот, ребят, еще небольшая просьба. Плеер новый, никому неизвестный. Ссылочки на стрим кидайте друг другу, делитесь там ВКонтакте, в Твиттере и так далее, в Скайпе кому-то, кто-то куда-то. Сейчас, кстати, у Фаника может случиться. Ну вот, увидели Энигму очень удачно. Сейчас Кура должен перетянуться наверх. Вероятно. Но Фаник, если его еще Энигма будет тут ему докучать, то очень все может плохо кончиться. Элдер Титан и так левел получает довольно быстро. С убийством Фаника это будет еще быстрее. Ну, решили алхимика, значит, законтрить. Но алхимик фармит очень ударно. Так, пауза. Хвоста там все ок, у хвоста вчера там какие-то глюки были. Ну, у него лагал интернет. Может быть, и сейчас он лагает, но уже, так сказать, это не поправить. Да, это плохо, конечно. Надо два провайдера себе подключать. Как топовый покерист играть? Ну, я не знаю, как топовые покеристы играют, но у меня три провайдера было, когда я был в Ленинске Кузнецком. Ну, либо ты очень ценил свой интернет, либо просто вас провайдеры барахло. Нет, просто провайдеры везде барахло, и доверять им не стоит. Один берешь с нормальным, ну, берешь там провайдер там 100 на 100, если позволяет, то есть максималочку тариф, а остальные самые бомжовые, лишь бы у нас случай там
То есть на Доту поиграть всегда хватит, и постримить, в принципе, всегда тоже хватает на любом тарифе. Вот. Такая штука. Чтоб вдруг, если не дай бог, что произойдет, зрители не остались без игры. Ну, а хвост без интернета. И в итоге вчера вот, благо, они все-таки обыграли ЕГЭ, нашли свою игру с демоном, но могло быть все по-другому, они первую карту слили, заставили понервничать. Ну, а почему бы не слить-то? Ну да, Куроку на Джиггернауте, против Team Liquid там Куроку на Морфе вообще бегал. Конечно, почему бы не слить? Так, хвост вылетел. Он вернется, он перезайти захотел. Вот и сможет ли он. Что-то рисует товарищ Пупей. Ну-ка, ага. Ничего полезного он решил не рисовать. Ну, типа, выполнил свои капитанские обязанности. Ребят, вы там как хотите, так и понимаете. Ну, на самом деле, они, мне кажется, обсуждают то, что сейчас вот с этой пачкой крипов, потому что пушит, бо он... Ну, Титан пушит, это было видно, он убивал крипов. Сейчас Энигма будет заходить на Фестблад. Есть у меня такое подозрение. Ну тогда, Энигма туда пришел явно не просто так. Ему тут прийти, дать малифейс и рейд-кликом нажать себя и эталонов, явно ничего сложного. Он сейчас вызовет эталончиков здесь новых, потому что эти сейчас исчезнут. Титан как раз за эти пару секунд допушит лайн. Вот здесь будет много крипов, фаниковские крипы вот здесь еще и живут. В самом начале. И прям под тауром как раз таки этот еще Астрал Спирит. Второго левела, пассивка изучена на единицу. Тяжело будет, короче, фанику. ТП под малифейсами. Сейчас же они вроде станут всегда гораздо чаще. Да, да, станет много. Это не очень приятная штука. Team Liquid 1-0, Маус 1-0, Speed Gaming пока еще вот с Na'Vi играют. Dignitas 0-1 и Na'Vi 0-1. Вот так вот. Такая статистика. Daily Motion. Ну чё, ребят, там как у вас вообще на Daily Motion дела идут? Я вот вроде стрим включил параллельно, у меня вроде все ок. То есть как бы и качество вроде ок, вполне пойдет. Ну, конечно, это не то, что там было, но поставил я там кое-какие настроечки, подшаманил. Максимально выжил из того, что имеется. И вроде как никаких лагов нет. Но вообще, Daily Motion обещали поставить там сервера, все такое, там ближе к следующему месяцу. Сейчас у нас 21-е. Вот, тогда уже, может быть, и стрим будет в более лучшем качестве. И если у кого-то лагает, то перестанет. Ну, должно, во всяком случае, перестать. Вернется ли хвост? Вот основной вопрос. Ох-ох-ох, да. Играть без хвоста очень нехорошо, как показывает практика. Совсем печально. Хрена у хвоста там всяких. Мифический меч, Immortal, Mystical, Mythical. Все на кунку. Хвост любит играть кункой. И вот тут еще на ультимейт есть что-то. Хвосту часто отдают фанаты что-нибудь. Ну, хвост он такой, он ничего не возьмет. Помню, что-то там был разговор, спрашивал он у Вилата по поводу джойстика, сколько стоит. Вилат такой, да, всего 500 гривен. Он, о, ни хрена себе, подожду, пока они станут нашими спонсорами. Чтоб нахалявить. И правильно. Так, ну его даже в онлайне нет, это не очень круто. Он типа ребутается, скорее. Чё у него за аватарку, свиньи какие-то нарисованы? Ну, у него же был там какой-то свинохряк или что-то. Или... Буратино какой-то у него никнейм был, но... Что лучше, Буратино, Дюшес? Непонятно, я Буратино купил, Дюшес сегодня не стал покупать. Буратино, Дюшес, Колокольчик, Тархун. О-о-о. Не то, что сейчас... Кока-колы всякие, фанты. Я что-то как старый дед говорил. Тем временем
хвост. Я надеюсь, бьет лицо провайдеру своему и сейчас вернется с нормальным интернетом. Не, он, может быть, поехал в гости, кому-нибудь быстро едет на такси сейчас. Хвастом. Опа, отлично. Видишь, какое быстрое киевское такси? Да, да. Киевское такси, кстати, очень удобно, как ни странно. С соседкой познакомился и вниз пошел. Быстренько взял у нее номер. А может быть и не только. Ну вот сейчас основной вопрос, умрет ли Фаник или не умрет. Так, 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 так. Ну, давай, Фаник, бойся. Итак, заходит Энигма, кастует. Титан пушит. Ну вот если Эйдолон еще размножится, я не знаю, они успеют. Вроде, по идее, успевают. Да, вот Фаник решил вот такой вот сделать ход. Он очень грамотно. Чтоб, не дай бог, его не загангали, но все равно неприятно. Ну, как бы он получил немножко дэмэджа, потратил талонов своих, ну, то есть ничего не сделал толком. Умирают его эти два пенечка. За них сейчас больше золота дают, и экспы за эти пеньки. Не намного больше, 17 там еще давали. Ну, это такое. Ну, в общем, Фаник в соло пытается противостоять двум героям. Тяжеловато ему приходится. И так против этого Элдер Титана не ок стоять. А тут еще всякие энигмы в лесу. Ну, приходится как-то выкручиваться снизу. Втроем решили постоять, алхимику испортить жизнь окончательно. Он с топориком еще, в надежде на фарм. Этот топорик ему явно... Ну, поможет против фуры, там, в перспективе. Если будет прилетать, запирать. Ну, он достаточно удачно отбивается, хочу сказать. Вот сейчас не добил, конечно, двух крипов, но до этого у него по фарму было все нормально. Семерочка у него есть. Но у того же хвоста 12. Нет, ну если брать Фаника, у Фаника 6, то есть они сейчас в одинаковых условиях, но там фармит Мейденка и фармит Энигма. Так-так-так, хотят. Не будет подставляться Eternal Envy. Ну то просто суть в том, что алхимику, если жизнь вначале испортить, он будет очень и очень в печальном положении. А фуру, ну гноби его не гноби, он получит как минимум 6, потом начнет помогать команде. Польза от него точно будет. А вот от алхимика будет ли та польза? А крытанули курунами на 3 минуты 40, это как так? Так-так-так, Фаник на базу полетел. А я не знаю, что там с рунами сделали, Фаник выжил. Нет, курицу в грейде же можно было на 4 минуте написано. Да. Сейчас 3.50.45 было, ее грейданули. Он стоит у Дэнди. А может быть, время считается спустя 4 минуты там до начала, не знаю. Ну, короче, как-то видать это... Вот сейчас Дэнди с дабл дэмэджем, и попытка сделать фейсблад будет, наверное. Так. Все это грамотно увидели. Ну, тут еще и Далона сейчас спалят. Да, на халяву фрестблада мы не увидим. В этот раз игра не такая агрессивная, учитывая, что Нави в шаге от поражения. Нужно им, конечно же, не расслабляться, Кура. У Мейденки нет вообще маны. Подтыкал ее Курок, он делать больше ничего не мог. Отогнали всех. Крипов за собой уводят. Тем временем Тауэр там слегка подпушивается, гоняет хвост Eternal Envy. Спрей у него имеется. Я прям вспоминаю тут этот интернешнловский момент, когда хвост был на алхимике. И у Eternal Envy, надеюсь, так не получится замансовать. Зажимают его в тиски. Хорошо. Малифейсы накручивает банки, выкидывает Фаника. Ну давай, добить Eternal Envy. Иллюминейт замечательно залетает. И еще одного товарища Ауи подстрял. Воет пока в кулдаун нет, да и маны нет. Ну этот товарищ уже никуда не уйдет. Его просто добьет как минимум Баланар. Даже Фанику достался фраг. Вот тебе и Фура, которого гнобили на топе. Пришел, помог одного и второго убить. Ну да, это выгодно. Выгодно сделалось. Ну предвещал замес все, потому что пошли Мейденку отогнали. Мейденка без мана, без всего. Пока бегал от ТП обратно делать. Денег ничего нету. Ну и соответственно Фаник улетел на базу. You can't help end this epidemic. Реклама на Daily Motion. Она просто замечательная. Она мерцает каждый раз и меня отвлекает. На втором мониторе я просто чекаю стрим, как он идет. На удивление все good. Во всяком случае у меня. Опять очень много вардов. Очень много. Защищают алхимика просто в
как могут. Самое интересное, что это все напрасно. У него 9 крипов за 6 минут. То есть, как бы, вот, заработок сейчас, у него... Кстати, сейчас, кстати, возможно, пойдут на него в атаку. Нет, не попал. Хотя пойдут. Ой-ой-ой, ультафура еще зацепила. Почему бы не пойти? Хвост очень побитый. Там деревья прокушены. Но цемочку забрали, окей. И Дэнди тоже здесь. Здесь все герои, вообще все перетянулись. У всех драка идет. Так, хорошо. Хвост, минус. Все-таки банками его зацепило. Первый фраг для Eternal Envy под маслами. Еще вот пару стаков. И Фаник его добьет баночкой. И опять Фанику достается фраг. Хорошо. Сейчас запирать, запирать. Есть спруты, Куроку, мало хп. Ну, надо карпасы уходить, потому что есть, все сделано. Вот и тролль бежит. У тролля, кстати, есть, по-моему. А, нету у тролля фейсбутсо, ботиночек. Ой, какой-то совсем прям. 23 крипа у него всего. Тяжеловато ему было стоять против Дани. Ну да, то банки Абуза нету. Хвост, кстати, у него было 1000 монет, он что-то как-то закупился на это в урну и все. Так, спорно. Ну, урна стоит там 800. Нет, я имею в виду, что это просто достаточно спорно. В том плане, что сильно там танковый обил возможности ему это не дало. Ага, нападает. Ну и убить, конечно, они хвоста не смогут. Ночь уже скоро закончится. Такая плотненькая агрессивная дота пошла. Хотя, с другой стороны, вот если сравнивать с Элдар Титаном, ну, у хвоста левел побольше. Так, а сейчас все медленно забегали враги, да, ничего не видят. Никс Ассасин себе приобрел эти Транквил Бутсы, читерные. У Никса природная регенерация довольно высокая. Даня полетел под Фаерфлаем. Ой, там ульта прокатывается неприятно, но под Тауэр. А алхимик пошел наверх. Забрали там, кстати, Тауэр, пока вот эти были драки все снизу там. Да, ну вот и на шестом вообще у алхимика просто все время 777 хп просто не отнимаются они. Ну да, так под ультимейтом еще бы они отнимались. Нет, я просто говорю, что... 777. Бонусного здоровья никакого, но регенерация, конечно, дай боже. Нет, ну вот сейчас, на самом деле, тоже, если так подумать, вот 700 у него жизни, это достаточно там 3 нюка, и он умрет. Ой, ты посмотри, Куроку. Зафармили довольно неплохо. Всем. То есть, по большому счету, алхимик сейчас ничем не отличается, ну, вот от Куроку. Вот у Куроки 700 жизней, но он 5-й левел, будет 6-й, примерно так же станет. У Дэнди вот. У Дэнди 8-й левел, без вообще чего-либо, у него почти 950 хп. То есть, у него только 3 ветки. Это регенерация, именно регенерация решает. На первом левеле, как ты и говорил, там эти 200 хп это ерунда, а вот полтинник хп регена это реально очень жестко. Да, но сейчас говорю, надо посмотреть, как будет драка. Вот, ну палит всех этот спирит, сносит по пол столба. Это очень неприятная штука. И тролль, кстати, собрал Power 30. Ничего себе. Угу. Синг-синг. А хвост тем временем просто в наглую стоит под тир 2 снизу. А Тенди делает вид, что даггер у него. Да. Не просто да, так. Даня купил себе даггер, 10-я минута. Ну и, в общем-то, теперь с наступлением ночи тут можно, в принципе, и так гангать. Ну, у Фаника, кстати, хочу сказать, что все достаточно сильно. Потому что у него есть фейзы, базилы, и сейчас вот уже, ну, скоро половина мидаса он нахоботил. Осталось еще столько же, но минут всего 10-я, то сейчас он пофармит вверх, если снесет Тауэр, то это, ну, даже без Тауэра, я думаю, что минуте на 12-й, 12-30, если все будет нормально. 1500 золота и 1500 экспы преимущество у Нави. Ну, по графикам, вот я хотел, да, тоже подсказать, что в графике, как и показывали в начале, потому что Мейденка фармила и Энигма фармила, и немножко вырывались вперед из-за этого. Но потом пошли драки, и по дракам, соответственно, все это отыгралось. Ну, посмотрим. В принципе, в предыдущей игре примерно было то же самое в начале, а потом все сложилось. Начали ходить вместе. Но у них пик реально был жесткий. Я прям даже не знаю, тяжело было что-либо противопоставить сейчас. Все немного по-другому. Куроку надо где-то получить 6-й левел, ему совсем чуть-чуть не хватает. Ты посмотри на котла, 400 МС просто бегает. Ну, обалдеть. Никс Ассасин 385. Под Вендеттой там вообще... МС будет ну, дичайше. Пытается как-то Куроку нафармить свой левел. Но совсем чуть-чуть ему не хватает.
А Алхимик перешел на мид в то время. Алхимик пытается там в миде на топе по копеечке где-то заработать. У него штука 800 голды. Даже непонятно, что он пока будет фармить. Shadow Blade или что-то, может, другое. Но он пока думает, наверное, потому что Мидас, я думаю, он вначале, может быть, и хотел, но через 20 секунд стоит на линии, понял, что Мидас в этой игре не светит явно. Ну, как бы Мидас — это дорога еще на некоторое время фарма, а ему фармить и так не дают. То есть он подумал. Ну и Курок вот получил 6-й левел. И 4 героя, в принципе. Сентов, Дефит лес, даже не Таура, лес. Фаник имеет деньги на Мидас. Ну, как я и говорил, прошло несколько минут, но... Погоня за Фаником, непонятно, что от него хочет. Ну, просто показал, так сказать, кто главный. Но вот Фаник не может купить Мидас, потому что курица улетела. Ой, курица, кура, хорошо! И убегать отсюда. Он еще и уйдет. А нет, его с двух сторон. Уйдет. Котл, хорош! А Дэнди утянул, не дотянул чуть-чуть, дотянул до горы. Да, дотянул, баночку закидывает, там импейлами подстанило, должен сгореть тролль, подрубает он Battle Trance, только бить некого. Оп, Кура, подстрял, моноберн, 90 хп, остается очень мало, добили. С Курем пополам. Да, смешно, как Дэнди уже... хотел вытянуть наверх этого... Какая ахинея вообще творится, Нави трешняк разводят по Т3 тауром. Не помеха, но сейчас Дэнди доиграется. Так, Таня тут что-то... По итогам умер Фурион, умер Дэнди. Но да, размен не совсем получился. Т3, а в принципе фармит при этом алхимик, у него уже почти 3000. Зря вот такие, конечно, вот эти не пойми где файты. Нет, ну просто на самом деле тут не ясно, почему не останов... Ну то есть зачем тебе эта мейдинг, которую, ну как бы очевидно, да, что у нее мана натикает как минимум на этот стан, и тебе убить ее будет очень тяжело. Так, ну Фаник взял себе все-таки Мидас, айтем такой, что на фуре можно его брать даже. Выбери карту. Но выбери карту, мать твою. Лотар полез. У алхимика, он в принципе... Но он должен за ним идти домой. Ой, Пупей, подстрял тут его, накрыли. Даня, ну баночку кинь, баночку, Таня пытается помочь, хорошо продамажили, пили Ди минус точно, котла, котл уходит на 9 хп, вот она 10 хп регенерация, это просто очень крутая штука, но правда она по-моему спадает, пытается забрать тролля, тролль тоже минус, 2 в 0 размен, совуха пострадала. Ну повезло, ну не то что повезло здесь, а прям на, из-за того, что все-таки левелов чуть побольше. А тролль тут... там не такой большой левел, как Дэнди, к примеру. Хотя он тоже 8-й, почти 9-й. Выбери карту. Да чтоб тебя за ногу с твоей так картой. Выключи звук на том стриме, зачем тебе... Это не стрим, это... Ну, в общем, короче, если стрим упадет, ребят, я не увижу, что стрим упал. Мне просто... Я открываю стрим, чтобы включить и смотреть за ним параллельно на втором мониторе. Так на втором мониторе включи его без звука, ты будешь видеть. Он у меня без звука. Но а это реклама вот... именно на самой странице. А так. Вот Фаник. Накрыли. А потом придумаю, что сделать. Реализация Лотара сразу же. То есть вот уже немаловажный фраг. Дэнди снова летит в атаку. Нападение на Бонсевана. Ну нет, хвост вот так просто, да, так сказать, мне кажется, бегает, создает. Подразнить. Ну вот алхимик сейчас с ультом, сейчас с лотаром, и может это все перевернуться. Вот он включает ульт. Куроку под Виндеттой. Хорошо, начинает, подстанил двоих. Надо карапасы подрубать, замечательно. Но где тиммейты? Где тиммейты? Куро попадает под фокус, пытается уйти. Малифейс и Куроку отъезжает под фаерфлаем. Побежали Нави в бой. Цепляются этой... Ой, Блэкхол, но тут Блэкхол не самый хороший получился. Хвост вытанковывает огромное количество дамага на развороте. Попытается что-либо сделать. Урны отхиливается и выживает. Ауи в итоге остался просто без фрага. И Блэкхол никуда был, считай, потрачен. Отлично, на Тусвинсера. Но хочу вот сказать, что алхимик, он пробежал через все вообще... горелку через все подряд, и его не стали трогать, и ну и правильно. Тут только когда у него кончился ульт, тогда он начал, так сказать, хоть чуть-чуть дамажиться, а так он бежал. И хп практически чуть-чуть отнимались. Ну, то есть отнимались, но очень медленно. Не чувствовал, так сказать. Нет, ну вообще большой левел Фаник, он 11-го левела.
Это максимальный левел, да, кроме алхимика. Нави лидирует 5 там с лихом, по экспе почти 7,5. Вот такое преимущество. А по поводу Фаника, да, вот очень это мощным, очень мощным оружием сейчас является его ульт. То есть в замесе, когда начинается этот замес, это просто, ну, нереальное количество дэмэджа, потому что 11 левел для всех героев сентов это очень много. Опа, где-то цемочку. Куроку убил, ну, Куроку, да. Куроку буйствует там. Он решил... На базу, и еще и обратно. Как же пупей Скуро. Ну, я бы не сказал, что это прям такие жесткие обузы, просто тайминговые касты, которые, как бы, каждый, в принципе, понимает, как и что делается. Но тут вот сейчас весь вопрос, как сильно алхимику смогут помешать. Вот, ну, в принципе, сенты понимают это, идут страховать своего алхимика, потому что это их последняя, точнее, даже не последняя, а единственная надежда. То есть Black Hole Enigma. Просто сейчас было очень заметно, Enigma кастанула Black Hole, и в этот Black Hole все пришли бить хвоста, и туда прилетел ульт Фуриона. И просто практически команда развалилась от одного этого ульта. Миказм наконец-таки появился у котла. Дразнит Рошана. Так, а чего они хотят от Рошана? Нет, они хотят убить Рошана, а... Ну да, тут вот... Сенты оккупировали вражеский лес. Сенты, ты прям так... Раженуло, что? Как же радианты и дайры... Да какая разница, ну, все же понимают, о чем разговор. Хорошие, плохие, как их ни называй. Не, ну есть те, кто в доту первую не играли, я думаю, их много. Ой-ой-ой, Кура сейчас может на самом деле подстрять, но испугались, просто испугались почему-то его бить. Опупевший просто Куроку. Ну да, он летел, он не включал через Shift Карапас, между прочим, и он летел на вард, что самое смешное. Опупевший Куроку, такая двусмысленная фраза какая-то получается. В общем, очень наглый Куро, и просто сыграл на том, что у него в случае чего есть карапас, если уж совсем обнаглеет, а так, по сути, то, что тиммейты якобы рядом. Ну да, то есть, что не очень понятно, что... ну, не то, что даже непонятно, а просто тяжело нападать на Никса, потому что все-таки это такой... Ну вот, очень хороший гем сейчас тайминговый, потому что практически, мне кажется, все варды скупили. Ну да. Одних вардов нет, другие варды, соответственно, дорогие и бесполезные, а Дэнди убил все варды сейчас, и без вижена остались. ЦМ-очка такая бегает. Спидгейминг. ЦМ-ка даже с транквилами, 365 МС. Нет, вот МС, который вот, ну, реально ничем мне не объяснен, почему у этой мейденки такой маленький МС. Не знаю, вот я полностью согласен, ей бы можно было сделать хотя бы родного... 295 хотя бы, ну 300. То есть, ну не является она прям такой уж имбой бешеной. Ну то есть, понятное дело, да, что там вот на быстром Куроку вообще собирает Юл и собрал-то, в принципе. Но это хорошо, он это собран Юл, чтобы сбивать ульт Энигме, я так понимаю. Да, очень приятная штука. Да он и вообще ходячий сбиватель ульт Энигме, у него же еще карапасы, станчик. Нет, ну много что, ну нет, ну там что-то может быть в кулдауне, под станчик ты можешь не успеть попасть, там, ну, раньше не хватать еще что-то, а как раз таки хвост почти агоним немножечко осталось дофармить. Ну и графики сейчас на самом деле, да, очень сильно скакнули. Уже под десятку по экспе двенашка. Солидное преимущество у Нави. Нет, ну, интересно, на следующую карту. На самом деле, это вот я как бы можно сказать, что просто вот игра на хостах, как в старые добрые времена, во времена батлнета. Что играешь с кем угодно, твой хост, вы выиграли, врага хост. Ну, когда две команды понимают, ну, да, как да, играть, да, естественно. И как бы смотреть на это, ну вот, совсем не интересно, то есть... Так, а вот сейчас не успевают Спидгейминг пушить вверх с такой же скоростью, как Нави пушит вниз, поэтому они сейчас вынуждены будут возвращаться в атаку. Ой, вернее, в защиту, и посмотрим, будет ли или не будет драка. Ну, вообще должна быть. Нави здесь явно серьезно настроены, Даня с Фарсом и Даггером. И по идее, все, ну, у них имеется. Приняли решение пушить мид. Да, такой крюк небольшой сделать и запушить мидл. Ну, тауры-то, так сказать, лишними не бывают. Фаник пошел наверх отпушивать, потому что он в секунду вернется. У него, кстати, достаточно скоро должен быть. Фиксон.
Хекс, да, он самый топ-левел имеет, в принципе. Ну и все, на самом деле, все. Вот очень сейчас выгодно стало вместе им всем ходить. Пытаются догнать алхимика. Ой, как закидывает алхимика Пупей. Ну это просто... Хорошо, но, в общем, этот товарищ приплыл, еще трентами там заплочило. Нет, очень удачно закинул Пупей своим бластом его в лесок. Ну, скоро выйдет понять, что если в лесок тебя закинули бластом, то тебя тоже лес сломался вокруг. Да, может, может, да. Но на самом деле, вот это я считаю как раз-таки глупость, потому что именно если ты закидываешь человека когами или же... Ну вот, бластом там, ну или чем-то, да, что... Я понимаю, что, допустим, Магнатавру ничего не стоит завести, ну, после ульта героев куда-то там, откуда нельзя выйти. И это нечестно. Но вот по поводу котла, к примеру, ну это же очень тяжело закинуть вот так вот. Это да. Поэтому как раз-таки это чистый скилл, и это надо оставить. Ну, непонятно. Банками тоже не так легко. Но банками тоже легче, потому что ты банку можешь кинуть после ульта, когда ты уже подвез человека куда надо, как бы, и... Ну, это, да, есть такое. Тут, скажем, в комбинации уже, да, а котел он не может, ну, то есть, понятное дело, что кто-то там может сказать, что можно зафорставить куда-то, зафорставить человека куда надо, а потом толкнуть. Можно сесть за его комп и просто подойти. Доехать, связать руки, привести куда надо, и все. И вот она, игра испорчена бедному несчастному школьнику. Так, тем временем Хвост с Аганимом, Аегисом довольный, фармит. Но вот единственное, чем он недоволен, это у него пустая урна и совсем не пахнет. Ну, последние 3 минуты игры, даже больше, наверное, минут 5, вот превратились вот в такой вот походы вот по этой вот территории команды Speedgaming и, соответственно, на всей другой территории, где в любой точке бегает команда Na'Vi. Что, в принципе, очевидно, чем это кончается обычно. Смолки, смолганг. Ну, попытка что-то изменить. Вот сейчас посмотрим, Дэнди выбитый из Дэнди гем, кстати, будет очень и очень ночь. Ну да, скорее Ой, всего, ХП выбивает. Как мало, Даня, Форс. Тикают малифейсы, нет. Банка долетает. Нет, Таня тут уже не уйдет. Минус гем. Но... Очень удачный смок. Они разменяли смок на кучу всего. У Дани нет байбека, к сожалению, не хватает, так бы сейчас Пупей бы его притащил сюда. Пупей позвал маленького друга некрономикончика своего. Бедный некрономикон. Лол, ЦМ-ка! Ай-яй-яй, иллюминейтом не зацепило, в итоге с Миказма отхилили. Ну да, в нее влетел просто Юл Стан и ульт Фуриона. 30 секунд до... Аганима. Хвост. Ой, с Аганима. Выпадение Аегиса. И он подхилит, если он... Он не выпадает просто да, так. Да, Хвост сейчас в такой хорошей ситуации. Он либо умрет, и ему надо будет... Но ему собьют ХП. Она как регенерация. Она как ну, смотря как... где он будет. Осталось 20 секунд. Вот сейчас он как бы бежит в то место... Ну, он, не знаю, по таймингу или просто так получается. Ну, вот должен сейчас... по таймингу. Ну, очень удачно сейчас Аегис. То есть Хвост, даже если его не добили. И вот и он пошел. Пошел. Хорошо. А, лол, это просто регенерация срабатывает обычная. Прикольно. Обычная или плюс 400 хп было, не побольше обычной. Нет, ну да, крутая регенерация. Ну, принцип действия примерно тот же. Нет, ну, даже... понятное дело, ну, как банка, просто большая да. банка. Большущая. Фаника убили, кстати, возможно, или нет. Не убили Фаника, и выбрали за Denied Tower. Фаник неубиваемый. Но Фанику совсем чуть-чуть не хватает до Хекса, и поэтому очень... Ой, он может дойти до Регена, но он его не видит. С этим Регеном-то... Ой, с этим Хексом... Неприятно, вот... слушай, зацепило четверых. Трещина пойдет? Нет? Не успеет дойти Энигма. Если бы Энигма успела дойти, то могла бы произойти бы большое вот такое черное засасывание. Да, четверых в черную дыру. Продамажил немного Куро. Ну и пушат. Забирают Таур. А сейчас, кстати, выгоднее бить, наверное, рейнджовый барак первым. У него меньше жизни, у него нету регенов. У него меньше армора. Но не знаю. Ну, вернее, не то, что не знает, а по привычке Na'Vi бьют. Так, больно. Что-то там его потыкали, но все равно живет. Элдер Титан довольно толстый. Просто видишь, посмотри, с какой скоростью регенерится рейнджовый... Ой, милишний барак. Да, там 15 хп. Они бы уже... Вот а, они нет, 5 хп. Он бы регенерится в два раза быстрее, то есть у него сейчас осталось 1000 жизней было снесено, но милишный бы, ой, наоборот, рейнджовый бы уже упал за это время. Ну тут такое, надо будет тут спросить в интервьюшке.
Так, прилетает в Дэнди стан. Ох, Дэндимона не отпускает. Возможно, А, нет, у него нет денег на байбэк. Да что ж такое, он там Некрас себе просто-напросто прикупил. Который раз без байбека хотел бы присумонил. Сваливает Фаник. Хекс он еще себе не купил. 4000 голды. Вот это плохо, то что они бегают с золотом. А Некра все начали собирать, потому что поправили доминатор, и он не, соответственно... Не подчиняет, и Мидас там не убивает. То есть это такое, да. Нет, Некроминомикон был очень бешеным артефактом всегда, и сейчас, конечно, этот баф вот... Ну, потому что ты собираешь артефакт за 5000, да? Некро 3, а тебе собирают в ответ артефакт за 2000, и уже как бы у тебя отнимает. Ну вот по итогам, видишь... Рошин переродился ровно через 8 минут. Спасибо. Ну, это тикнуло, повезло, так сказать, один... Но по итогам барак не умер, а так был бы мертвый один барак, который 1200... Просто смысл в том, что он убивает, умирает вообще за 10 выстрелов, грубо говоря. У него очень ноль мало... Ноль армор, но нету... Не ноль армор, 10 армора. Ну, меньше, чем у того, который били Нави. Плюс нету совершенно... Совершенно нету ХП регена, что тоже немаловажно. А этот барак уже скоро будет полненьким. Так, ну вот за счет того, что есть агоним у хвоста, наверное, мимо пробегал и запалил он Рошана. Можно его спокойно забирать, урна опять пустая. Да, но вот сейчас команда, которая обороняется, ей очень тяжело. То есть, ну, потому что Рошана прочекать, появился он или нет, можно только одним вариантом. Прийти туда, чем и занимается, кстати. Алхимик, но он идет туда без маны. И у него пропадает Кираса, и Кираса, лол, он, это что, это очень интересный момент. Ну, он шел без, ну, то есть кто-то доехал до алхимика, мне кажется, схватил его за руку и повел. Вот то, что мы как раз обсуждали. О, господи, да. Нет, ну на самом деле алхимик надеялся на что, что он придет, посмотрит, Рошана нет и никого там не будет, но из-за того, что Рошан был самый быстрый, который мог быть, 8-минутный, ему просто не повезло. Там была вся команда Нави, у него кончился Лотар. Я, кстати, придумал, как сделать. Я просто открыл окошко дополнительное. Типа там же можно чисто именно стрим выдергивать. Какой я хитрый. Наверное, можно. Ну вот, кстати, БКБ у хвоста, у алхимика нету ничего, что останавливает БКБ. Ну, соответственно... Под тем, что останавливает БКБ, мы подразумеваем Башер, да, Башер или Абиссал. Но вот сейчас, мне кажется, этот Баланар забежит. Да вообще, вот у Speedgaming в принципе нет ничего. 20 косарей золота, 20 косарей экспы. Нет ничего нет. В принципе, чтобы остановить Нави. Как я и говорил, когда вот это вот хождение вот по этому радиусу... Ой, темочка радиус. Попадает первая под фокус. 400 хп просто сдуло ультимейтом Фуриона. Ауи двоих забирает хорошо. Ауи должен отъезжать. Пытался затпшиться, ничего не вышло, выпадает гем, монолик отступает, там тролль, надо бараки ломать. У хвоста еще Игис не выбили. Ну, бараки фокусить намного тяжелее, то есть сейчас, конечно, бараки фокусят, потому что противников просто нету, а вот когда, как в предыдущий раз мы видели, что просто заходят на гору, а там кто-то есть... Ой, как неприятно, банка залетает по двоим, тролль, там трещина просто раздамажила, Даня минус, выбивает Аегис из хвоста, блэкхол имеется, Малифейсы потрачены, хвост вешает сайленс, подрубает ночь, БКБ и пошел нашпиговывать, блэкхол будет? Ждет побольше? Нет, он не юзает, пока блэкхол синг-синг в итоге просто-напросто умирает. Вообще, кстати, айтемов у тролля тупо нет, блэкхола тоже нет. Подрубается БКБ от Бунсевена, но тут уже Даня подошел. Минус Бунсевен, ГГ пишет Eternal Envy, и Natus Winsor сравниваю счет. Ну и игра пришла в логический итог. Давайте кинем монетку за третий хост. Блин. Кто же выиграет, да? Нет, просто... Единственное, что мне смешно, что мне казалось, что я во времена мимпрайдов все вот это прошел, и мы и с румынами играли сколько времени и так далее. И я думал, что вот все наконец-то это кончилось. Но нет. Да. Все только начинается. Все только началось. Котл ни разу не умер. Собрал второй некрономикон. Да, некро становится опасно. Вообще, на самом деле, вот с этим пушем, который сейчас, в принципе, бафнут, если представить пятерых магов, которые соберут 5 некро быстро, я даже не очень, ну, то есть, как в старые добрые может начаться. Да, агрессивная дота, тем более, что дота как раз-таки стала агрессивной, этот айтем как бы приобрел еще большую актуальность именно с этой агрессией. Ну что, ребят, сейчас небольшая пауза, никуда не разбегайтесь, вернемся к вам совсем скоро. Пока я вам напомню о всех... соцсетях Dota 2 Champions League, о сайте,
Вот, ссылочки здесь все имеются, vk.com/versuta, кто не подписан, подписывайтесь на страницу, и здесь вы найдете, здесь я буду постить конкурсы от Dota 2 Champions League, и вот все полезные ссылки, которые, как я уже и говорил, изменят вашу жизнь к лучшему. Вот, сайт на русском языке, сайт на английском языке, мало ли, может быть, кто-то захочет, Twitter, Facebook, Контакт, YouTube и Steam группа. Вот, ну и если вам не... сложно сделать репост этой записи, потому что стрим мало кто знает, где находится. Нас вроде 20, там, с лихом было тысяч, 20 тысяч вроде было в пике. Но в любом случае на эту игру могло бы собраться гораздо больше народу. Плеер все-таки мало где размещен. Ну что, ребят, сейчас небольшая пауза, никуда не разбегаемся. И совсем скоро будет продолжение. Третья решающая карта. Накрыли. А потом придумаю, что сделать. Реализация Лотара сразу же. То есть вот уже немаловажный фраг. Дэнди снова летит в атаку. Нападение на Бонсевана. Ну нет, хвост вот так просто, да, так сказать, мне кажется, бегает, создает. Подразнить. Ну вот Алхимик сейчас с ультом, сейчас с Лотаром, и может это все перевернуться. Вот он включает ульт. Куроко под Вендеттой. Хорошо, начинает, подстанил двоих, надо карапасы подрубать, замечательно, но где тиммейты, где тиммейты? Куро попадает под фокус, пытается уйти, Малифейс и Куроку отъезжает под Фаерфлаем, побежали Нави в бой, цепляются этой, ой, Блэкхолл, но тут Блэкхолл не самый хороший получился, хвост вытанковывает огромное количество дамага на развороте, попытается что-либо сделать, урны отхиливается и выживает, ауи в итоге остался просто без фрага и Блэкхолл... никуда был, считай, потрачен. Отлично, на Тусвинсера. Но хочу вот сказать, что Алхимик, он пробежал через все вообще горелку, через все подряд, и его не стали трогать, и ну и правильно. Тут, только когда у него кончился ульт, тогда он начал, так сказать, хоть чуть-чуть дамажиться, а так он бежал, и хп практически чуть-чуть отнимались. Ну, то есть отнимались, но очень медленно. Не чувствовал, так сказать, нет, ну вообще, ничего. Большой левел Фаник, он 11 левела. Это максимальный левел, да, кроме Алхимика. Нави лидирует 5 там с лихом, по XP почти 7,5. Вот такое преимущество. А по поводу Фаника, да, вот очень это поэтому... очень мощным оружием сейчас является его ульт. То есть в замесе, когда начинается этот замес, это просто, ну, нереальное количество дэмэджа, потому что 11 левел для всех героев. Сентов это очень много. Опа, где-то цемочку. Куроку убил. Ну, Куроку, да. Буйствует там. Он решил. На базу. И еще и обратно. Как же пупей Скуро. Ну, я бы не сказал, что это прям такие жесткие обузы, просто тайминговые касты, которые, как бы, каждый, в принципе, понимает, как и что делается. Но тут вот сейчас весь вопрос, как сильно Алхимику смогут помешать. Вот, ну, в принципе. Сенты понимают это, идут страховать своего алхимика, потому что это их последняя, точнее, даже не последняя, а единственная надежда. То есть Black Hole Enigma. Просто сейчас было очень заметно, Enigma кастанула Black Hole, и в этот Black Hole все пришли бить хвоста, и туда прилетел ульт Фуриона. И просто практически команда развалилась от одного этого ульта. Миказм наконец-таки появился у котла. Дразнит Рошана. Так, а что они хотят от Рошана? Нет, они хотят убить Рошана, а... Ну да, тут... Сенты оккупировали вражеский лес. Сенты, ты прям так... Скоржинуло, что? Как же радианты и дайры? Да какая разница, ну, все же понимают, о чем разговор. Хорошие, плохие, как их ни называй. Не, ну есть те, кто в доту первую не играли, я думаю, их много. Ой-ой, Кура сейчас может на самом деле подстрять, но испугались, просто испугались почему-то его бить. Опупевший просто Куроку. Ну да, он летел, он не включал через Shift Карапас, между прочим, и он летел на вард, что самое смешное. Опупевший Куроку. Такая двусмысленная фраза какая-то получается. В общем, очень наглый Куро. И просто сыграл на том, что у него в случае чего есть Карапас, если уж совсем обнаглеет, а так, по сути, то, что тиммейты якобы рядом. Ну да, то есть, что не очень понятно, что и... И, ну, не то, что даже непонятно, а просто тяжело нападать на Никса, потому что все-таки это такой... Ну вот, очень хороший гем сейчас, тайминговый, потому что практически, мне кажется, все варды скупили. Ну да.
Одних вардов нет, другие варды, соответственно, дорогие и бесполезны, а Дэнди убил все варды сейчас, и без вижена остались. ЦМ-очка такая бегает. Спидгейминг. ЦМ-ка даже с транквилами, 365 МС. Нет, вот МС, МС, который вот, ну, реально ничем мне не объяснен, почему у этой мейденки такой маленький МС. Не знаю, вот я полностью согласен, ей бы можно было сделать хотя бы родного 295 хотя бы, ну 300. То есть, ну не является она прям такой уж имбой бешеной. Ну то есть, понятное дело, да, что там вот на быстром курок вообще собирает Юл и собрал-то, в принципе. Но это хорошо, он собран Юл, чтобы сбивать ульт Энигме, я так понимаю. Да, очень приятная штука. Да он и вообще ходячий сбиватель ульт Энигме, у него же еще карапас и станчик. Нет, ну много что, ну нет, ну там что-то может быть в кулдауне, под станчик ты можешь не успеть попасть, там, ну, рейндж не хватать, еще что-то, а как раз таки хвост почти агоним немножечко осталось дофармить. Ну и графики сейчас на самом деле, да, очень сильно скакнули. Уже под десятку по XP 12-ка. Солидное преимущество у Нави. Нет, интересно, на следующую карту. На самом деле, это вот я, как бы можно сказать, что просто вот игра на хостах, как в старые добрые времена, во времена Battle.net. Что играешь с кем угодно, твой хост, вы выиграли, врага хост. Ну, когда две команды понимают, как играть, естественно. И как бы смотреть на это, ну вот, совсем не интересно, то есть... Так, а вот сейчас просто не успевают Спидгейминг пушить вверх с такой же скоростью, как Нави пушит вниз, поэтому они сейчас вынуждены будут возвращаться в атаку, ой, вернее, в защиту, и посмотрим, будет ли или не будет драка. Ну, вообще должна быть, Нави здесь явно серьезно настроены, Даня с Фарсом и Даггером, и по идее... Все, ну, у них имеется, приняли решение пушить мид. Да, такой крюк небольшой сделать и запушить мидл. Ну, тауры-то, так сказать, лишними не бывают. Фаник пошел наверх отпушить, потому что он в секунду вернется. У него, кстати, достаточно скоро должен быть. Хексон. Хекс, да, он самый топ-левел имеет, в принципе. Ну и все, на самом деле, все... Вот очень сейчас выгодно стало... Вместе им всем ходить. Пытаются догнать алхимика. Ой, как закидывает алхимика пупей. Ну это просто... Ну, хорошо. Но, в общем, этот товарищ приплыл, еще трентами там заплочило. Нет, очень удачно закинул пупей своим бластом его в лесок. Ну, скоро выйдет пасть, что если в лесок тебя закинули бластом, то тебя тоже лес сломался вокруг. Да, может, да. Но на самом деле, вот это я считаю как раз-таки глупость, потому что именно если ты закидываешь человека когами или же, ну вот, бластом там, ну или чем-то, да, что... Я понимаю, что, допустим, Магнатавру ничего не стоит завести, ну, после ульта героев куда-то там, откуда нельзя выйти, и это нечестно. Но вот по поводу котла, к примеру, ну это же очень тяжело закинуть вот так вот. Это да. Поэтому как раз-таки это чистый скилл, и это надо оставить. Ну, непонятно. Банками тоже не так легко. Но банками тоже легче, потому что ты банку можешь кинуть после ульта, когда ты уже подвез человека куда надо, как бы. И... Ну, это да, есть такое. Тут, скажем, в комбинации уже, да. А котел он не может. Ну, то есть, понятное дело, что кто-то там может сказать, что можно зафарстафить человека куда надо, а потом толкнуть. Можно сесть за его комп и просто подойти. Доехать. Связать руки, привести куда надо, и все. И вот она, игра испорчена бедному несчастному школьнику. Так, тем временем хвост с Аганимом, Аегисом довольный, фармит. Но вот единственное, чем он недоволен, это у него пустая урна и совсем не пахнет. Ну, последние 3 минуты игры, даже больше, наверное, минут 5, вот превратились вот в такой вот походы вот по этой вот территории команды Спидгейминг и, соответственно, на всей другой территории, где в любой точке бегает команда Нави. Что, в принципе, очевидно, чем это кончается обычно. Смолки, смолганг. Ну, попытка. Защищают алхимика просто как могут. Самое интересное, что это все напрасно. У него 9 крипов за 6 минут. То есть, как бы, вот, заработок сейчас, кстати, возможно, пойдут на него в атаку. Нет, не попал. Хотя пойдут. Ой-ой-ой, ультафура еще зацепила. Почему бы не пойти? Хвост очень побитый. Там деревья прокушенные. Ну, цемочку забрали, окей. И Дэнди тоже здесь. Здесь все герои, вообще все перетянулись. У всех драка идет. Так, хорошо. Хвост, минус.
Все-таки банком его зацепило. Первый фраг для Eternal Envy под маслами. Еще вот пару стаков. И Фаник его добьет баночкой. И опять Фанику достается фраг. Хорошо. Сейчас запирать, запирать. Есть спруты, куроку, мало хп. Ну, есть надо крапасы. Уходить, потому что есть, все сделано. Вот, и тролль бежит. У тролля, кстати, есть, по-моему. А, нету у тролля фейсбутсо, ботиночек. Ой, какой-то совсем прям. 23 крипа у него всего. Тяжеловато ему было стоять против Дани. Ну да, то банки обуза нету. Хвост, кстати, у него было 1000 монет, он что-то как-то закупился на это в урну и все. Так, спорно. Ну, урна стоит там 800. Нет, я имею в виду, что это просто достаточно спорно. В том плане, что сильно там танковый обил возможности ему это не дало. Ага, нападает. Ну и убить, конечно, они хвоста не смогут. Ночь уже скоро закончится. Такая плотненькая агрессивная дота пошла. Хотя, с другой стороны, вот если сравнивать с Элдар Титаном, ну, у хвоста левел побольше. Так, а сейчас все медленно забегали враги, да, ничего не видят. Никс Ассасин себе приобрел эти Транквил Бутсы, читерные. У Никса природная регенерация довольно высокая. Даня полетел под Фаерфлаем. Ой, там ульта прокатывается неприятно, но под Тауэр. А, алхимик пошел наверх. Забрали там, кстати, Тауэр, пока вот эти были драки все снизу там. Да, ну вот и на шестом вообще у алхимика просто все время 777 хп просто не отнимаются они. Ну да, так под ультимейтом еще бы они отнимались. Нет, я просто говорю, что... 777. Бонусного здоровья никакого, но регенерация, конечно... Дай боже. Нет, ну вот сейчас, на самом деле, тоже, если так подумать, вот 700 у него жизни, это достаточно там три нюка, и он умрет. Ой, ты посмотри, Куроку. Зафармили довольно неплохо. То есть, по большому счету, алхимик сейчас ничем не отличается, ну, вот от Куроку. Вот у Куроки 700 жизни, но он пятый левел, будет шестой, примерно так же станет. У Дэнди вот. Ну, Дэнди восьмой левел, без вообще чего-либо, у него почти 950 хп. То есть, у него только три ветки. Это регенерация, именно регенерация решает. На первом левеле, как ты и говорил, там эти 200 хп это ерунда, а вот полтинник хп регена это реально очень жестко. Да, но сейчас говорю, надо посмотреть, как будет драка. Вот, ну палит всех спирит, сносит по пол столба. Это очень неприятная штука. И тролль, кстати, собрал пауэр 30, ничего себе. Угу, синг-синг. А хвост тем временем просто в наглую стоит под тир 2 снизу. А Дэнди делает вид, что даггер у него. Да. Не просто да, так. Нет. Даня купил себе даггер, 10-я минута. Ну и, в общем-то, теперь с наступлением ночи тут можно, в принципе, и так гангать. Ну, у Фаника, кстати, хочу сказать, что все достаточно сильно. Потому что у него есть фейзы, и базилы, и сейчас вот уже, ну, скоро половина мидаса он нахоботил. Осталось еще столько же, но минут всего 10-я, то сейчас он пофармит вверх, если снесет Тауэр, то это, ну, даже без Тауэра, я думаю, что минуте на 12-й, 12-30, если все будет нормально. 1500 золота и 1500 экспы преимущество у Нави. Ну, по графикам, вот я хотел, да, тоже подсказать, что графики, как и показывали в начале, потому что Мейдинка фармила и Энигма фармила, и немножко вырывались вперед из-за этого. Но потом пошли драки, и по дракам, соответственно, все это отыгралось. Ну, посмотрим. В принципе, в предыдущей игре примерно было то же самое в начале, а потом все сложилось. Начали ходить вместе. Но у них пик реально был жесткий. Я прям даже не знаю, тяжело было что-либо противопоставить сейчас. Все немного по-другому. Куроку надо где-то получить шестой левел, ему совсем чуть-чуть не хватает. Ты посмотри на котла, 400 МС просто бегает, ну обалдеть. Никс Ассасин 385, под Вендеттой там вообще МС будет дичайше. Ну, пытается как-то Куроку нафармить свой левел, но совсем-совсем чуть-чуть ему не хватает. А алхимик перешел на мид в то время. Алхимик пытается там в миде на топе по копеечке где-то заработать, у него штука 800 голды. Даже непонятно, что он пока будет фармить, Shadow Blade или что-то, может, другое. Ну, он пока думает, наверное, потому что Мидас, я думаю, он вначале, может быть, и хотел, но через 20 секунд стоит на линии, понял, что Мидасом в этой игре не светит явно. Ну, как бы Мидас — это дорога еще на некоторое время фарма, а ему фармить и так не дают, то есть он подумал. Ну и Куроку вот получил шестой левел.
И 4 героя, в принципе. Сентов, Дефет. Дефет лес, даже не Таура, лес. Фаник имеет деньги на Мидас. Ну, как я и говорил, прошло несколько минут, но... Погоня за Фаником, непонятно, что от него хочет. Ну, просто показал, так сказать, кто главный. Но вот Фаник не может купить Мидас, потому что курица улетела. Ой, курица, курица, кура, хорошо! И убегать отсюда. Он еще и уйдет. А, нет, его с двух сторон. Уйдет, уйдет. Котл, 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 хорош! А Дэнди утянул, Дэнди утянул, не дотянул чуть-чуть, ой, дотянул до горы. Да, дотянул, баночку закидывает, там импейлами подстанило, должен сгореть тролль, подрубает он Fatal Trance, только бить некого. Оп-оп-оп-оп-оп, Кура, подстрял, моноберн, 90 хп, остается очень мало, добили. С Курем пополам. Да, смешно, Дэнди уже... хотел вытянуть наверх этого... Какая хиня вообще творится, Нави трешняк разводят под Тетри Тауром. Не помеха, но сейчас Дэнди доиграется. Так, Таня, да, Таня тут что-то... По итогам умер Фурион, умер Дэнди, но за... Да, размен не совсем получился. Т3, а в принципе фармит при этом алхимик, у него уже почти 3000. Зря вот такие, конечно, вот эти не пойми где файты. Нет, ну просто на самом деле тут не ясно, почему не остановить. Ну то есть зачем тебе эта мэдмика, которую, ну как бы очевидно, да, что у нее мана натикает как минимум на этот стан, и тебе убить ее будет очень тяжело. Так, ну Фаник взял себе все-таки Мидас. Айтем такой, что на фуре можно его брать даже. Выбери карту. Но выбери карту, мать твою. Лотар, Лотар полез. Алхимика, он в принципе. Но он должен за ним идти домой. Ой, пупей, подстрял, тут его накрыли. Таня, ну баночку кинь, баночку, Таня пытается помочь, хорошо продамажили, PLD минус точно, котла, котл уходит на 9 хп, вот она 10 хп регенерация, это просто очень крутая штука, но правда она по-моему спадает, пытается забрать тролля, тролль тоже минус, 2 в 0 размен, совуха пострадала. Ну повезло, ну не то что повезло здесь, а прям на, из-за того что все-таки левелов чуть побольше, а тролль тут... там не такой большой левел, как Дэнди, к примеру. Хотя он тоже 8-й, почти 9-й. Выбери карту. Да чтоб тебя за ногу с твоей так картой. Выключи звук на том стриме, зачем тебе... Это не стрим, это... Ну, в общем, короче, если стрим упадет, ребят, я не увижу, что стрим упал. Мне просто, я открываю стрим, чтобы включить и смотреть за ним параллельно на втором мониторе. Так, на втором там... мониторе включи его без звука, ты будешь видеть. И он у меня без звука, но а это реклама вот... именно на самой странице. А так. Вот Фаник. И вновь всем привет, дорогие друзья, вечер Доты продолжается, Dota 2 Champions League, Natus Vincere против Speed Gaming. 1-0, новая версия карты, огромное количество изменений, и я не знаю, что это за сервер, сейчас мы посмотрим пинг, я надеюсь, что все-таки в этот раз Люксембург. Да, так и есть, по системе Bot3 проходит данная встреча, я еще раз напоминаю, счет 1-0, первую карту, Speed Gaming выигрывают, взяв US East, сервер, на котором у хвоста было пинг 360 с хреном, в общем, играть, мягко говоря, сложно, но как-то надо, как-то надо. Сейчас пинг будет хороший, и Na'Vi уже, так сказать, разомнулись, должны показать Strong Dota. Комментировать я буду с менеджером команды Natus Vincere, с Эшом, который ворвался посмотреть за этой игрой и любезно согласился со мной покакастить. Какастер. Так, надо ему написать чего-нибудь, чтобы он раздуплился. Так, снова здравствуйте. И снова всем привет, да? Да-да-да. Так, а что-то мне говорят, что у меня снова с наушниками все не так. С наушниками? Да-да.
Тебя тихо слышно, но... Нет, ну не я не про тихо, а про то, что неправильно. У меня все со звуком, хотя я вроде поставил все как надо. Включить же, правильно, Enable Open Mic? Enable Open Mic, да, он. Ну да, это... Можно тут apply нажать, чтобы заработало. Ну давайте еще раз сделаем. Все-таки в Night Stalker хотят играть. А какой сервер в этот раз? Что-то я не успел посмотреть, или там... Сервер Люксембург, в этот раз все хорошо, пинги под соточку, все норм. Да не, на самом деле, говорю, сколько бы ни игрались эти лиги физически не могут существовать. Ну, вернее, как они могут существовать, но нормальной игры между Европой, Америкой и Китаем не может получиться в интернете никогда. С этим я с тобой согласен. Ну, блин, тут... Ну, как бы организаторы хотят угодить зрителю, потому что всегда интереснее, когда много команд разнообразных из там, Америки, если бы можно было, еще из Китая побрали. Но... Но это же не игры, получается, а просто вот, ну, мучение для всех. Я согласен. Надо с этим что-то делать. Надо изобрести интернет, который будет позволять играть с американцами с пингом в ноль. Межгалактический. Вот. Вот, мне кажется, хвост после пары таких игр займется изобретением нового интернета, интернет нового поколения. Вот. Или уничтожить лишние части. Ну, есть такой вариант тоже. Более кровопролитный. Так, Elder Титаны тролля себе забирают спидгейминг, Бэтрайдера вместе с Найтсталкером у Натус Винсера. Вот так вот, ну как-то пока вроде бы все. Хотя, какая разница, дефолт, не дефолт, но тут вообще фиг пойми. Но по первой доте, ну, в смысле, по той доте, которая была, в принципе, вроде смотришь так, и ничего сверх жесткого такого, прям Бэтрайдер, Элдер Титан был, ну, тролль тоже был. Синеглазый, точнее синекожаный Валанарова дает то, что он не из этой позиции. Ну вообще да, Найтсталкер, он не очень вписывается в, вот у них все теплые такие цвета, он какой-то холодный, опасный и ужасный. Ну и раньше его не было, кстати, не было вообще. Ну, в принципе, да. Но его брали, как их, ребятки из Альянс. Да, есть. Нет, такие дотеры. Его брали иногда. Ну, редко, он, да. Он, да, так сказать, входил в ситуационные всякие разные пики. Потому что, в принципе-то, герой неплохой. То есть, если нужен герой, который создает экшен. Но его, так, опять-таки, если мы вспомним, Альянсы Бэберут брали все время, сколько раз брали на последний пик. Ну, это да, патч очень сильно повлиял на пик Найтсталкера. Или в последние два пика. Пупей задумался над тем, что банить и как играть вообще. Так, а забанили они Лича? Этот противный герой явно сейчас должен баниться во всех играх. Банится еще Клокверк, Визаж и Вивер. Так, я надеюсь, ребят, со стримом все нормально. У меня какие-то мерцания периодически вылетают. Что за хрень? Фурион. Я посмотрю сам свой стрим. Ага, Фурыч. А Фурычу там вроде ж ничего не меняли. Вроде бы, ничего. Ну, ему конкретно ничего не меняли, но всю игру, которую он делал, поменяли кардинально, потому что там стал Лотар намного дольше по кулдауну. Юза стайл лес намного слабее, да, и дешевле. Байбек. Да, да. В байбеке смысла нету. Ну, не то, что смысла нет, а после байбека надо только кого-то убивать. Потому что там, по-моему, сделали, что после байбека золото, которое обыкновенно тебе не идет, а всякие бонусные, типа за убийство мобов. Ну, не мобов, а героев. Да, да. Оно идет, поэтому плюс тут ты такая... еще потом воскрешаешься дольше на 20% там. Ну, то есть байбек и больше не умираешь. Ты вот такая вот у тебя теперь позиция. Найтсталкер. Ну это хорошо, Найтсталкер, то что станет часто пикаемым, это круто. Вот мне только интересно, в прошлый раз они почему-то решили вот две даблы поставить, что сейчас будет. Тоже так сделают. Я, кстати, мне кажется, через некоторое время-то перестанут Баланары, то есть, ну, непонятно как, и тут два варианта развития, как мне кажется, событий, то есть либо пойдет эра агрессивной доты, прям такой, потому что... Если вспомнить предыдущее развитие, то вроде как началась сначала агрессивная дота, пуши и так далее, а потом это все научились контрить очень легко, и получились всякие драгонайты,
всякие там котлы, которые просто тупо не дают тебе этот экшен развернуть. А потом Найкс выфармливает, и начинается уже такая лейт-игра, где один-два героя всех грызут. Вот и тут точно так же, мне кажется. Сейчас этот Найтсталкер будет летать какое-то время. А потом непонятно. Так, в пик залетает Коттель. Коттель, give me mana. Ну, на самом деле, так-то не очень понятно пока. Может, они хотят, не знаю, какого-то Фантом Лансера взять еще? Нет, я имею в виду, что... Нет, кого-то брать, они это их-то тут не важно, тут любой герой будет. Вообще просто непонятна особая задумка спидгеймингов мне пока. Хотя... Патруль, Элдер Титан. Ну, вроде как, герои вроде как сильные все. Но в то же время, в пяти вот пока драки, допустим, там нету какой-то, что типа только Титан идет и тролль бьет. Это да. Цеплять пока нечем. Но еще два героя есть. Еще один саппорт какой-то сейчас будет. И Титан тоже может быть и медовый, на самом деле, и хардлайневый, и суппортищик, какой угодно. Это да. То есть, если, допустим, он у нас был бы этот Титан, то это, наверное, был бы точно суппортищий Титан. Ну, вообще он полезен как суппорт, только с одним минусом, что ему надо большой-большой левел быстро как-то получить. Ну, небольшой, а там девятый. Да, восьмой-девятый хотя бы. А вот и алхимик. Поправленный в очередной раз. С регенерацией 50, 75, 100. Ну, вот опять-таки, по поводу алхимика и его регенерации, то есть если сравнивать шестой левел алхимика, то бафнули его просто сказочно. То есть, что такое 250 хп на шестом левеле, это, конечно, нормально, но регенерация 15 или 50 на шестом левеле, это очень много, потому что 60 это плюшка такая хорошая от какого-то героя, да? Ну, половину, то есть за то время, что она летит, к примеру. Он себе отрегенит. Иногда и в два раза больше. Вот, а если брать 16 левел, то у него там была регенерация 60, а стало 100. Ну... Вроде как и немного, а 800 хп это все-таки 800 хп. То есть тут как бы мы тоже с Дредом, по-моему, это обсуждали там и с его конфой. То есть надо чуть по-другому собирать уже алхимика, ему нужно еще немножко, так сказать. Потому что он если вспомнить, он там с лотаром, к примеру, рассыпается за секунду. Раньше рассыпался, то есть если не было там чего-то на жир, он рассыпался. А сейчас будет рассыпаться еще быстрее, как получается. Что-то на жир надо будет покупать, значит. Да, да. То есть, а если покупать что-то на жир, это откладывает вот этот вот момент, когда он выбегает и бум-бум-бум-бум-бум, и ты исчез с карты. Потому что, в принципе, это алхимик очень такая была интересная игра. Ну, в общем, изначально на первом левеле ульт лучше, но на последнем левеле хуже. И так-то, если рассуждать, то получается, что как раз-таки у него будет время к 16-му левелу приобрести какие-то там шмоточки, когда уже все больно бьют, и когда уже будет заметно то, что ульта там это хп не дает. То есть, такая штука. Вот интересные лайнапы, на самом деле, их можно же расставить все, вообще все как угодно. То есть, может и Бэтрайдер Харт пойти, а Никс на мид. То есть, если бы, допустим, это были ДК, где есть муши, я бы вообще сказал, что Никс пойдет на мид. Ага, Last Pick Enigma. Жесть, конечно, пики. Ну, непонятно. Слушай, а там Enigma-то случайно за то, что делает и Далонов, и своих крипов, экспу не стал получать? По той же логике. За то, что спелл кастует, просто экспу получает, да? Не, ну, блин, у него, кстати, с Аганимом теперь ульта автоматически активирует третью обилку, то есть она с ней сразу кастится. А если ты еще и третью заюзаешь, то они стакаются вместе. Вот такая вот штука. Нет, это да, это бафнули Энигму королевски. Мне, кстати, вот еще чего интересно, что сейчас, вот как показала прошлая игра, ну, там достаточно была такая доминация хорошая, в принципе, от Speed Gaming, но Визаж там в какой-то момент вышел с Аганимом очень ранним. И мне кажется, это именно потому, что хотя там по вышкам и так далее был размен не особо большой, и тогда еще по фрагам был не сильный разброс. Но вот эта вот голда в секунду, которая капает лишняя, ну, не в одну секунду, а по чуть-чуть капает лишняя голда каждый раз, она дает о себе знать, и суппорты сейчас намного быстрее становятся, жирнее. Это да. Ну, просто какой-нибудь, тот там Визаж с этим Аганимом, он расстрелял Куроку за ульт сильнее, чем Куроку сгрыз там ультом.
Так, ну что, посмотрим, кто тут на ком играет. Eternal Envy, значит, на Алхимике PLD Crystal Maiden, на Elder Titan Bon 7. Хардлайнер получается. Ауи 2000 Enigma, он, кстати, любитель пошпилить на Enigma, прям так плотненько пофармить. И Sing Sing Troll. Ната Свинсера, Пупей, Котл, Фаник, Фурион, Куроку, Никс Ассасин, Хвост, Найт Сталкер и Тенди на Батрайдере. Ну, Энигма это в лесу, как бы Энигма это самый быстрый фармящий герой леса. То есть быстрее Энигмы, ну, никто, мне кажется, не может его фармить. Да, ну, так, скажем, один из топовых. Там топ-2, топ-3 можно. Дарксир, Батрайдер, Энигма, вот они прям такие. Курьера можно апнуть только через 4 минуты. Да, это тоже довольно неприятная штука для мидеров. То, что теперь... А что интересно, ну да, ботл абуза нету, это достаточно интересно. В этом как раз таки я говорю, что я не удивлюсь, если какие-нибудь вайперы появятся на миде, потому что ну очень сильно можно загнобить. Посмотри на Даню. Идеальный просто закуп у него. Просто 3 таких тангуса. Все чужие тангусы. Тут надкусил, там надкусил. Ну, на самом деле, это получается такой очень, очень приятный баф суппортов, потому что ты отдаешь 2 танго, и ты остаешься с чем-то. Если ты раньше покупал танго, вот, ну я по себе даже знаю, ты покупаешь курицу в орды и кого-то пулишь, и очень часто, и можно было заметить по пупею там, и в своих играх я видел, ты бежишь на лайн просто с ни с чем, с баночкой маны. Так, сюда пришел Пупей и сразу такой просто спаманул иллюминейтом. Для чего он это сделал, немного непонятно. Хвост с ДД, и вроде как он бы сейчас мог всех репозлов схитить. Ну да ладно. Такое. Ну, опять даблы. Да, опять дабл лайны. Это... А Никс ползает где только может, гоняет Энигму, которая пошла в чужой лес. Ну, будет портить жизнь пару моноберов, троллю закинуть лишним не будет. Вот, ребят, еще небольшая просьба. Плеер новый, никому неизвестный. Ссылочки на стрим кидайте друг другу, делитесь там ВКонтакте, в Твиттере и так далее, в Скайпе кому-то, кто-то, куда-то. Сейчас, кстати, у Фаника может случиться... Ну вот, увидели Энигму очень удачно. Сейчас Кура должен перетянуться наверх. Вероятно. Ну, Фаник, если его еще Энигма будет тут ему докучать, то очень все может плохо кончиться. Элдер Титан и так левел получает довольно быстро. С убийством Фаника это будет еще быстрей. Ну, решили Алхимика, значит, законтрить. Но Алхимик фармит очень ударно. Так, пауза. Там все ок, у Хвоста вчера там какие-то глюки были. Ну, у него лагал интернет. Может быть, и сейчас он лагает, но уже, так сказать, это не поправить. Да, это плохо, конечно. Надо два провайдера себе подключать. Как топовый покерист играть? Ну, я не знаю, как топовые покеристы играют, но у меня 3 провайдера было, когда я был в Ленинске-Кузнецком. Ну, либо... ты очень ценил свой интернет, либо просто у вас провайдеры барахло. Нет, просто провайдеры везде барахло, и доверять им не стоит. Один берешь с нормальным, ну, берешь там провайдер там 100 на 100, если позволяет, то есть максималочку тариф, а остальные самые бомжовые, лишь бы у нас случай там. То есть на доту поиграть всегда хватит, и постримить, в принципе, всегда тоже хватает на любом тарифе. Вот. Такая штука, чтоб вдруг, если не дай бог, что произойдет, зрители не остались без игры. Ну, а Хвост без интернета. И в итоге вчера вот, благо они все-таки обыграли ЕГЭ, нашли свою игру с демоном, но могло быть все по-другому, они первую карту слили, заставили понервничать. Ну, а почему бы не слить-то? Ну да, Куроку на Джиггернауте, против Team Liquid там Куроку на Морфе вообще бегал. Конечно, почему бы не слить. Так, Хвост вылетел. Он вернется, он перезайти захотел. Вот и сможет ли он. Что-то рисует товарищ Пупей. Ну-ка, ага. Ничего полезного он решил не рисовать.
типа, выполнил свои капитанские обязанности. Ребят, вы там как хотите, так и понимаете. Ну, на самом деле, они, мне кажется, обсуждают то, что сейчас вот с этой пачкой крипов, потому что пушит, бо он... Ну, Титан пушит, это было видно, он убивал крипов. Сейчас Энигма будет заходить на Фестблад. Есть у меня такое подозрение. Ну, тогда. Энигма туда пришел явно не просто так. Ему тут прийти, дать малифейс и рейд-кликом нажать себя и эталонов, явно ничего сложного. Он сейчас вызовет эталончиков здесь новых, потому что эти сейчас исчезнут. Титан как раз за эти пару секунд допушит лайн. Вот здесь будет много крипов, фаниковские крипы вот здесь еще и живут. В самом начале. И прям под тауром как раз таки этот еще Астрал Спирит второго левела. Пассивка изучена на единицу. Тяжело будет, короче, фанику. ТП под малифейсами. Сейчас же они вроде станут всегда гораздо чаще. Да, да, станет много. Это не очень приятная штука. Team Liquid 1-0, Mouse 1-0, Speed Gaming пока еще вот с Na'Vi играют. Dignitas 0-1 и Na'Vi 0-1. Вот так вот. Такая статистика. Daily Motion. Ну чё, ребят, там как у вас вообще на Daily Motion дела идут? Я вот вроде стрим включил параллельно, у меня вроде все ок. То есть как бы и качество вроде ок, вполне пойдет. Ну, конечно, это не то, что там было, но поставил я там кое-какие настроечки, подшаманил, максимально выжил из того, что имеется. И вроде как никаких лагов нет. Но вообще, Daily Motion обещали поставить там сервера, все такое, там ближе к следующему месяцу. Сейчас у нас 21-е. Вот, тогда уже, может быть, и стрим будет в более лучшем качестве. И если у кого-то лагает, то перестанет. Должно, во всяком случае, перестать. Вернется ли хвост? Вот основной вопрос. Ох-ох-ох, да. Играть без хвоста очень нехорошо, как показывает практика. Совсем печально. Хрена у хвоста там всяких. Мифический меч, Immortal, Mystical, Mythical. Все на кунку. Хвост любит играть кункой. И вот тут еще на ультимейт есть что-то. Хвосту часто отдают фанаты что-нибудь? Ну, хвост он такой, он ничего не возьмет. Помню, что-то там был разговор, спрашивал он у Вилата по поводу джойстика, сколько стоит. Вилат такой, да всего 500 гривен. Он, о, ни хрена себе, подожду, пока они станут нашими спонсорами. Чтоб нахалявить. И правильно. Так, ну его даже в онлайне нет, это не очень круто. Он типа ребутается, скорее. Че у него за аватарку, свиньи какие-то нарисованы? Ну, у него же был там какой-то свинохряк или что-то. Буратино какой-то у него никнейм был, но... Что лучше, Буратино, Дюшес? Непонятно, я Буратино купил, Дюшес сегодня не стал покупать. Буратино, Дюшес, Колокольчик, Тархун. О-о-о. Не то, что сейчас. Кока-колы всякие, фанты. Я что-то как старый дед говорил. Тем временем хвост, я надеюсь, бьет лицо провайдеру своему и сейчас вернется с нормальным интернетом. Не, он может быть поехал в гости, кому-нибудь быстро едет на такси сейчас. Хвостом. Опа, отлично. Видишь, какое быстрое киевское такси? Да, да. Киевское такси, кстати, очень удобно, как ни странно. С соседкой познакомился и вниз пошел. Быстренько взял у нее номер. А может быть и не только. Ну вот сейчас основной вопрос, умрет ли Фаник или не умрет? Так, 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 так. Ну, давай, Фаник, бойся. Итак, заходит Энигма, кастует. Титан пушит.
Ну, вот если Эйдолон еще раз множится, я не знаю, они успеют. Вроде, по идее, успевают. Да, вот... Фаник решил вот такой вот сделать ход. Он очень грамотно. Чтоб, не дай бог, его не загангали, но все равно неприятно. Ну, как бы он получил немножко дэмэджа, потратил талонов своих, ну, то есть ничего не сделал толком. Умирают его эти два пенечка. За них сейчас больше золота дают, и экспы за эти пеньки. Не намного больше, 17 там еще давали. Ну, это такое. Ну, в общем, Фаник в соло пытается противостоять двум героям. Тяжеловато ему приходится. И так против этого Элдер Титана не ок стоять. А тут еще всякие энигмы в лесу. Ну, приходится как-то выкручиваться. Снизу втроем решили постоять. Алхимику испортить жизнь окончательно. Он с топориком еще в надежде на фарм. Этот топорик ему явно... Ну, поможет против фуры там в перспективе. Если будет прилетать, запирать. Ну, он достаточно удачно отбивается, хочу сказать. Вот сейчас не добил, конечно, двух крипов, но до этого у него по фарму было все нормально. Семерочка у него есть. Но у того же хвоста 12. Нет, ну если брать Фаника, у Фаника 6, то есть они сейчас в одинаковых условиях, но там фармит Мейденка и фармит Энигма. Так, хотят. Не будет подставляться Этернал Энви. Ну то просто суть в том, что алхимику, если жизнь вначале испортить, он будет очень и очень в печальном положении. А фуру, ну, гноби его не гноби, он получит как минимум 6, потом начнет помогать команде. Польза от него точно будет. А вот от алхимика будет ли та польза? А крытанули куруны на 3 минуты 40, это как так? Так, Фаник на базу полетел. А я не знаю, что там с рунами сделали, Фаник выжил. Нет, курицу в грейде же можно было на 4 минуте написано. Да. Сейчас 3.50.45 было, ее грейданули. Он стоит у Дэнди. А может быть, время считается спустя 4 минуты там до начала, не знаю. Ну, короче, как-то видать это... Вот сейчас Дэнди с дабл дэмэджем, и попытка сделать фейсблад будет, наверное. Так. Все это грамотно увидели. Надо еще и Далона сейчас спалят. Да, на халяву фрестблада мы не увидим. В этот раз игра не такая агрессивная, учитывая, что Нави в шаге от поражения. Нужно им, конечно же, не расслабляться, Кура. У Мейденки нет вообще маны. Подтыкал ее курок, он сделать больше ничего не мог. Отогнали всех. Крипов за собой уводят. Тем временем Тауэр там слегка подпушивается, гоняет хвост Eternal Envy. Спрей у него имеется. Я прям вспоминаю тут этот интернешнловский момент, когда хвост был на алхимике. И у Eternal Envy, надеюсь, так не получится замансовать. Зажимают его в тиски. Хорошо. Малифейсы накручивает банки, выкидывает Фаника. Ну давай, добить Eternal Envy. Иллюминейт замечательно залетает. И еще одного товарища Ауи подстрял. Воет пока в кулдаун нет, да и маны нет. Ну, этот товарищ уже никуда не уйдет. Его просто добьет как минимум Баланар. Даже Фанику достался фраг. Вот тебе и Фура, которого гнобили на топе. Пришел, помог одного и второго убить. Ну, да, это выгодно. Выгодно сделалось. Ну, предвещал замес все, потому что пошли Мейденку отогнали. Мейденка без маны, без всего. Пока бегал, вот ТП обратно делать. Денег ничего нету. Ну и, соответственно, Фаник улетел на базу. You can't help end this epidemic. О, реклама на Daily Motion. Она просто замечательная. Она мерцает каждый раз, меня отвлекает. На втором мониторе я просто чекаю стрим, как он идет. На удивление, все good. Во всяком случае, у меня. Опять очень много вардов. Очень много